Всем привет, меня зовут Сергей Романов. И в этом видео я сделаю так о себе 10 факторов обо мне. Начнем. Первый факт обо мне. Я ужасно боюсь незнакомых мне людей. Например, когда началась первая учеба, первый день учебы, и я поехал в техникум. Я же в первый же день, на первый же урок опоздал. Опоздал где-то на минуты, на 2-3. И как я вошел в класс, это сразу... Я никогда это не любил. Это просто... Да-да-да. Второй факт обо мне, это когда я ложусь спать, я всегда упираюсь лбом к стене. Третий факт обо мне, это у меня очень развитая фантазия. Когда я, например, нету дома никого, а сейчас дома никого нет. Это просто сразу боязнь. Я как слышу какой-нибудь шум, я сразу, у меня просто кипиш. Ну, на первое время я сваливаю на свою кошку. Но это иногда не кошка. Когда я даже ложусь спать, я когда стою, выключаю свет и быстренько бегу. Бегу, чтобы лечь и укутаться, и сразу, чтобы меня уснуть быстрее, чтобы никаких мыслей не было, ничего не было слышно. Четвертый факт обо мне, это когда я волнуюсь, то это чешется, Просто волнуюсь, вот не могу. Кошка. Пятый факт обо мне, это когда я посмотрю ужастики, это просто фантазия дает о себе знать, и просто мне страшно. Шестой факт. Когда я посмотрю фильм с каким-нибудь либо супергероем, например, Росомаха, то... Седьмой факт обо мне. Я залип со сверхъестественным. Ирстар. Спасибо. Восьмой факт обо мне, это я ужасно боюсь сцены. Девятый факт обо мне, я очень мечтательный. Мечтаю почти везде, в автобусе, там, когда ложусь спать, когда просыпаюсь, почти везде. Думаю о своей будущей жизни и все такое. И последний, десятый факт обо мне, в детстве я хотел стать поваром. Все факты обо мне. Предлагайте свои мысли, какие хотите от меня видать в видео. Пишите в комментарии, я подумаю над этим и постараюсь заснять. Извините то, что меня так долго не было. У меня не было 2-3 недель, может даже больше. Это все на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всем пока!